целях безопасности, наверное, я соглашусь с этим, что в связи с последними событиями, как бы, пока, скорее всего, это, ну, еще не до конца доделали. Я думаю, в скором времени это исправят и сделают какие-то нововведения, чтобы можно было спокойно также передвигаться по навигатору, потому что, как бы, сейчас все от этого страдают, начиная от обычных пользователей там каршеринга, люди, которые просто идут куда-то пешком по картам, и таксисты. Я по карте, если что, вижу, я даже если он сбивает навигацию, точку другую показывает, угу. Я уже по карте ищу. Но многие же по карте не могут в центре Москвы, поэтому очень неудобно.